Разбор мод холодно не будет. В общем-то, аккорды простые. Что здесь можно сделать? Можно вообще просто проводить. Что такое счастье на твоих запястьях, снег? Или же делаем шестая, третья, вторая, первая. Снова третья. Шесть, три, два, один, три. Можно отработать сначала без текста. Потом идут отработки с текстом на ударные слоги. То есть у нас будет «Что такое счастье?» И в конце просто «Что такое счастье на твоих запястьях?» Снег, снег, снег до аккорда «Снег». Потом опять в удар. Сердце бьется чаще, я все это видела во сне, во сне. Тихо-тихо пел туман колыбельную домам, мир напополам, жизнь напополам. Потом просто вниз. Все изменило навечно наша случайная встреча. И мы разные люди. Здесь я предполагаю играть восьмерку, но я покажу еще потом бой оригинальный, ну или ближе к оригинальному. И мы разные люди, у нас разные судьбы, но только с тобой нет, холодно не будет, нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, влюбленных не судят, это зимой нет, холодно не будет. Как здесь лучше поступить? Ну, научиться играть ее без слов сначала. Но и второй еще момент, можно предложить сделать акцент в, точнее, спеть эти слоги в сильную долю. Будет неправильно, но зато потом, если играть под песню, получится, что само исправит это все дело. И мы разные люди, у нас разные судьбы, но только с тобой. Судьбы, но только с тобой. Нет, холодно не будет, нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят. Это это зимой, мне холодно не будет. Да, вот так, самое оптимальное. Потом уже на слух настроиться. Вторая часть поется мотом. Все так же, как в первом куплете. То есть, что такое чудо, это когда чувствовал. Ну, вот здесь только, да, исправляется. Это когда чувства в ответ. В ответ. Люди, вы цените, ведь любовь в дефиците вполне. Вот здесь вот, да, вполне. После «не». Следующая часть его... Бридж. Может, это возраст,
То есть у нас есть ударный слог. Возраст, возле, со мной. Мы на них меняем аккорд. Может, это возраст такой, не знаю. Просто быть возле тебя не с краю. Ведь ты со мной классно, я с тобой тоже. А значит, быть можешь. Получается такая тема, что мы играем также восьмерку. Можно ее делать более короткую. Может, это возраст такой, не знаю. Да, можно сделать вот такой вот. Может, это возраст такой, не знаю. Просто быть возле тебя не с краю. Ты со мной классно, я с тобой тоже. Значит, быть может. Восьмерка, можно здесь сделать украшение приглушкой. То есть у нас есть обычная восьмерка. Мы делаем. И получается, может, это возраст такой, не знаю. Быть, просто быть возле тебя не с краю. Ты со мной классно, я с тобой тоже. Значит, быть может. И мы разные люди. Разные судьбы, но только с тобой мне холодно не будет. Ну, дальше все как обычно. Вот. Теперь я проиграю всю песню от и до, чтобы можно было под меня тренироваться. Я постараюсь играть чуть медленнее, чем оригинальная скорость. Что такое счастье на твоих запястьях снег? Сердце бьется чаще, я все это видела во сне. Во сне тихо-тихо пел туман колыбельную домам. Мир напополам, жизнь напополам. Все изменило навечно наша случайная встреча. И мы разные люди, нас разные судьбы, но только с тобой мне холодно не будет, нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят. Это зимой мне холодно не будет. Когда чувства в ответ, в ответ. Люди, вытяните, ведь любовь в дефиците. Вполне, вполне. Может, это возраст такой, не знаю. Просто быть возле тебя не с краю. Я с тобой тоже, значит, быть может. И мы разные люди, нас разные судьбы, но только с тобой мне холодно не будет. Разбор, пишите, что непонятно, подпишем, исправим, все будет четко.